Если мы обратимся к новозаветному тексту, прежде всего, да, то этот текст во многом определяет и средневековье как тип культуры, а этот термин средневековье как тип культуры был предложен нашим известным медиевистом, культурологом Арону Яковлевичем Гуревичем, и еще более определяет характерные черты и элементы, составляющие некоторых визуальных нарративов средневековья, то мы увидим, что вода и источник, ну и позднее фонтан, так сказать, как некое продолжение, так сказать, источника, присутствует в этом новозаветном тексте в ряде важных для нашего дальнейшего изложения контекстов. Они важны прежде всего как, так сказать, такие маркеры, направляющие того, о чем я буду говорить позднее. Ну, прежде всего, вода сопутствует крещению, вода являет миру Спасителя, вода свидетельствует миру о Спасителе, вода инклюзивна по отношению к телу распятого Господа, и вода – это утроба будущего рождения. Кроме того, с точки зрения, так сказать, новозаветного текста, источник, так сказать, Спаситель – это некий источник, так сказать, воды, текущей в жизнь вечную. И вот эти маркеры, так сказать, актуализируются дальнейшими контекстами, так сказать, особенно ранней средневековой культуры, о которых я хотел бы сейчас сказать. Дальнейшее размывание и деградация, которая началась с III века нашей эры куриального сословия в западной части Римской империи и прежде всего в позднеримском городе, и последовавший в V-VI веках распад административной, политической ткани западной части империи привели к существенным изменениям города как архитектурного и инфраструктурного явления и как некой среды обитания. Ну, прежде всего, если мы возьмем тот же Рим, например, да, как некий все-таки неоспоримый и первый центр, так сказать, западной части Римской империи между Остготским и Византийским империей, то есть примерно за 150-200 лет, с конца V по, ну, скажем так, конец VI века, то мы увидим, что Рим, к сожалению, утрачивает очень важную для нас, которую мы здесь должны были бы отметить и как-то вот зафиксировать в нашем изложении, вещь, так сказать, присущую воде, некую характеристику, присущую воде, вода перестает быть в западной части Римской империи, в западно-римском городе, явлением публичным и явлением открытым, существующим в открытом пространстве городской инфраструктуры. Это очень важно для нас отметить. Вода перестает в каком-то смысле быть, вот, так сказать, в продолжение своего предыдущего доклада, некой субстанции, которая организует рекреативное пространство в городе. Разумеется, так сказать, да, та вода, которая бралась для нужд, так сказать, жизни, бралась, как правило, из Тибра, об этом есть многочисленные свидетельства. И вот, так сказать, в отмеченных условиях вот поддержание элементов городской инфраструктуры и, в частности, поддержание, так сказать, циркуляции воды в городе относится прежде всего, так сказать, к деятельности епископата. Нередко этот епископат был достаточно тесно связан с местными городскими и региональными элитами. Ну, я достаточно упомянуть, например, имена пап, римских пап Феликса III, Агапита, Григория Великого, они все относились к генс Анице, а к, если брать, так сказать, вне римское пространство, например, Григорий Турский, Ремигий, Гинкомарейнский, например, Принципий Суассонский, это тот епископат, который происходил и был тесно связан с местными, так сказать, либо франкскими, либо патрицианскими, римскими, античными элитами. Так вот, понтификат папы Дамасия I, это рубеж, ну, это 366-384 годы, был отмечен ирригационными работами, которые были произведены на Ватиканском холме с целью защитить от сырости и подтопления некрополь Ватиканской зоны. И к этому времени может относиться начало работ по созданию водоводов, позволивших позднее обустроить фонтан в квадрипортике базилики Святого Петра. И, так сказать, правда, согласно традиции, вот обустройство фонтана относится к более позднему времени, к понтификату папы Симмаха, то есть это рубеж 5-6 веков. Каков был, ну, перед нами на слайде, вот особенно, так сказать, с правой его части, это базилика Святого Петра, вот не та, которую мы привыкли видеть в Риме, а древняя базилика Святого Петра до перестройки 16 века, и
в центре, вот, да, собственно, перед базиликой мы видим тот самый квадрипортик, в, так сказать, вот в центре которого такая странная, вот, так, если можно сказать, такой небольшой, какой-то такая ротонда, так сказать, такой сень некая, прошу прощения, которая вот, так сказать, по представлениям, так сказать, да, людей, реконструировавших вид древней базилики, и является, то есть, в любом случае, является продолжением того самого фонтана, который был создан, начиная с понтификата Дамасия и был закончен в понтификат папы Симмаха. Как выглядел фонтан во времена папы Дамасия, мы точно сказать не можем, но, скорее всего, он выглядел примерно так, как нам показано на экране. Это фрески, которые происходят из так называемого домус Форнезина, из дома, форнезинского дома. Это дом, принадлежавший Юлии Старшей, супруге императора Агриппы, в римском районе Трастевере. И вот, так сказать, примерно так, да, как некий, так сказать, камфор мог бы выглядеть фонтан в древней римской базилике Святого Петра времен папы Дамасия, то есть в четвертом, во второй половине четвертого века. Менее вероятно, что первоначальный фонтан, который располагался в квадрипортике этой базилики, выглядел как фонтан, или, так сказать, источник, который находится на территории Рима, опять-таки же, да, это так называемый фонс Ютурны, связанный с культом Диоскуров. Красивая гипотеза, которая высказывается в ряде, ну, прежде всего, итальянских, так сказать, монографий, что на рубеже 4-5 веков культ святых Петра и Павла ассоциируется с культом Диоскуров, который был, естественно, со времен самой глубокой античности, так сказать, присущ римскому городскому пространству. Красивая гипотеза, но, к сожалению, точных подтверждений ни визуальных, ни фресковых, так сказать, да, ни текстовых подтверждений, к сожалению, этому нет, за исключением одного маленького фрагмента фрески в росписях Комодилы в Риме, в росписях катакомб Комодилы в Риме, где очевидно либо изображены сами Диоскуры, либо есть уникальное изображение апостолов Петра и Павла, восседающих на конях. Это важный момент, ну, о котором сейчас просто нет возможности подробнее говорить, но, тем не менее, скорее всего, менее вероятно, что первоначальный фонтан эпохи папы Дамасия в базилике Святого Петра выглядел именно так. Что же было по источникам построено? Мы, к сожалению, да, знаем только об этом по источникам 13 века. Это описание, так сказать, да, уникальных мест, так сказать, некий такой путеводитель, так сказать, по достопримечательным местам города Рима, путеводитель, составленный по латинскому тексту 12 века. И что же мы видим? Я постараюсь это слово принять как квадрипортик. Ну, то, что потом станет французской парви, собственно говоря, да, в квадрипортике Святого Петра был некий камфор, оставим его пока это так, который папа Симмахе приказал соорудить. И он был украшен колоннами из порфира, и вокруг были мраморные таблички, и либо на этих мраморных табличках, либо просто на этой сене, на этих колоннах возвышалось изображение четырех позолоченных грифонов. И была сень из бронзы, украшенная позолоченными цветами, и наверху были четыре позолоченные дельфина, которые извергали воду через отверстие во рту. И в центре находилась позолоченная шишка, и эта шишка, так сказать, по маленьким водоводным, так сказать, да, трубочкам повсюду, так сказать, разбрасывала воду для тех, так сказать, да, кто этого желал. Вот, собственно говоря, то, что дают нам источники 13 века. Я думаю, что здесь, ну, собственно, по источникам 13 века реконструируется примерно вот это, да, то есть то, что могло бы быть, да, в центре квадрипортика базилики Святого Петра. Я думаю, что здесь совмещены
два пласта. С одной стороны, пласт эпохи Дамасия, с другой стороны, пласт эпохи Симаха, и даже, может быть, позднее пласт, который уже относится к понтификату папы Адриана I. То есть, несомненно, был некий источник, некий фонтан, некая чаша, так сказать, да, где была вода, но явно, что вот эта шишка, так сказать, да, известная, так сказать, на весь мир, так сказать, пинья, да, которая сейчас находится в Ватикане, была поставлена, конечно, гораздо позднее, скорее всего, так же, как и вот эти позолоченные павлины, которые сейчас, их копии, да, украшают известный бельведерский, так сказать, дворик в музеях Ватикана, и вот, собственно говоря, мы можем, ну, практически со 100% уверенностью говорить, что шишка в центре, так сказать, в квадрипортика, шишка как символ вечного, многообильного древа жизни, так сказать, появляется явно не в эпоху ни Симаха, ни Дамасия, тем более, а в эпоху, скорее всего, папы Адриана, то есть уже в каролингский период. Ну и это подлинные, так сказать, павлины, да, которые украшали, скорее всего, с эпохи папы Адриана вот комплекс этого фонтана. Шишка, которую мы имеем в Ватиканской базилике, конечно же, повлияла на огромное, так сказать, многообразие реплик, возникающих уже вне итальянского пространства. Самая известная реплика – это, конечно же, Ахенский, так сказать, Ахенская капелла, такая же пинья, которая располагалась в квадрипортике Палатинской капеллы, построенной по заказу, так сказать, Карла Великого. И для нас здесь вот важнее следующий момент. Сень патриарха, купель патриарха Каликста. Это произведение относится примерно к 731 году, то есть еще, ну, я бы так сказал, такому предкаролингскому периоду, и находится в Чивидале дель Фриули, это музей собора. Что мы здесь видим? Впервые, начиная с, вот, собственно говоря, античной эпохи, эта сень как бы дает нам возможность видеть зримое сочетание фонтана, источника, изображения воды и, собственно говоря, некой архитектурной, так сказать, да, составляющей фонтан. Ну вот мы видим с левой стороны два павлина, которые пьют, так сказать, да, из источника. С правой стороны мы видим два оленя. Ну, разумеется, я не могу сейчас распространяться о значениях павлинов, оленей, так сказать, в этом визуальном нарративе, но это, так сказать, несомненно, не случайное явление. И далее мы видим изображение двух грифонов вот с правой стороны, да, которые также, так сказать, пригубили воды из источника. Я постараюсь бегло сказать о том, что элементы, связанные с изображением шишки и ее, так сказать, лепестков, являлись практически повсеместно присутствующими на протяжении IX-X веков. Ну, вот мы видим, например, навершие колодца из Сан-Жованни Латерано в бенедиктинском клуатре. И далее, подытоживая ранний средневековый раздел, мы видим, что колодец, несомненно, и колодец, и источник, и фонтан, несомненно, связаны с пространством церкви. И вот, пожалуй, этот текст, который выбит на вот этом колодце, так сказать, да, об этом также ярко свидетельствует, что это навершие поставлено из даров святого Марка Иоанном Пресвитером, и он, так сказать, просит, чтобы все, кто приходит к этой воде и, так сказать, утоляют из нее жажду, не извлекали бы пользы материальной от этого. А если кто извлечет, то будет проклят. Я перехожу бегло к следующей составляющей фонтанов. Это фонтаны дворцовые. Если убрать трактовку, так сказать, такую, я бы сказал, ну, над изобразительную того, что императрица Феодора предстоит перед Христом, несомненно,
возможно допустить, что в византийских и римских дворцах были фонтаны. Я лишь бегло упомяну, что продолжатель Феофана приписывает Константину VII Багрянородному строительство фонтана в Константинопольском дворце, именно императорского фонтана. Конечно же, я должен буду упомянуть фонтан из, ну не фонтан, а навершие колодца, скажем так, да, из церкви, римской церкви Сан-Бартоломео Ализона. Это первое зримое, дошедшее, так сказать, до нас в практически нетронутом виде памятник, который заказал император Отон III для обустройства этой церкви. На памятнике изображен Христос, святой Варфоломей, Адальберт Пражский и сам император Отон. Вот мы видим здесь император Отон, Адальберт Пражский и святой Варфоломей и Христос. Ситуация кардинальным образом меняется в XII веке с развитием так называемого коммунального движения в Италии. Первый фонтан, действительно подлинно первый источник в нашем, так сказать, да, современном понимании этого слова, как центр некой рекреативной зоны, относится к Генуе. Он был создан примерно в 1206 году, так называемая Фонтана Мороза в Генуе. Но кроме памятной таблички до нас, к сожалению, от этого фонтана ничего не дошло, но практически нетронутым дошел в Витербо Фонс Сепалис, фонтан, который датируется 1212-1279 годами. Что мы должны о нем отметить? Прежде всего, он был построен на участке коммунального пользования. И это закрепляется, вот это его, так сказать, общественное предназначение закрепляется в ведении Балириус Виарум, особого официала, который ведал организацией дорог в коммуне Витербо. Далее, фонтан, несомненно, является инструментом создание некой рекреативной зоны в городе. По статутам 1251 года, если кто нарушит, испортит, так сказать, нанесет вред этому источнику, или кто, так сказать, напоит лошадей из этого источника, или кто напоит других животных, будет подлежать определенному взысканию со стороны городского официала. Это вот 4 глава, 83 пункт городских статутов Витербо. Так сказать, и, наконец, фонтан является инструментом репрезентации родовых инсигний главенствующих семейных кланов. Ну, прежде всего, здесь это Гатти и Орсини, двух главенствующих семейных кланов в Витербо. Это тоже несомненное новшество по отношению к фонтанам ранней средневековой эпохи. Перехожу быстро к перуджийскому фонтану, фонтану Маджоре, следующий, так сказать, да, по величине, по размерам и по значению фонтан в итальянском классическом, так сказать, среднем средневековье. Фонтан, который построен перед светским сооружением, хотя, несомненно, вот эта вот модель квадрипортика здесь, она, несомненно, адаптирована, и фонтан, который, так сказать, является неким, ну, если можно сказать, некой моделью, которая и зрительно, и, так сказать, с помощью неких своих более мелких визуальных нарративов описывает городскую жизнь середины конца XIII века практически повсеместно в северной и центральной Италии. Ну, прежде всего, начнем с самого вида фонтана. Фонтан напоминает, собственно говоря, средневековый город. Справа от вас Монте-Риджони, а слева а слева перед нами перуджийский фонтан. Вот, собственно говоря, вот так он выглядит в более, так сказать, приближенном виде, а так он выглядит сверху. Построен он, как я сказал, перед дворцом коммуны, то есть вот этот вот модель квадрипортика, она была реадаптирована, только если в ранних средневековых моделях квадрипортика, так сказать, да, за ним следовала базилика, то здесь следует дворец коммуны. И далее мы видим, да, что, так сказать, башни
города практически, так сказать, дублируются в, так сказать, вот такой, я бы сказал, в профиле, да, двух чаш этого фонтана. Лев и грифон, два символа города. Целый ряд событий, которые хронологически структурируют различные виды городской жизни. Ну, например, охота с соколом, например, яркий пример забав знати, феодального элемента средневекового города. А внизу это свободное искусство. Мы, как-никак, уже в предренессансной эпохе. Ну и, конечно же, в самом, так сказать, верху этого фонтана находятся три фигуры, которые вызывают массу споров в современном искусствоведении. Я бы предложил, если вдруг возникнет такой вопрос, я могу на это потом ответить, я бы предложил трактовать эти три фигуры как Veritas, Justitia и Misericordia. По той причине, что буквально, ну, полвека спустя в Палии Мадонны Бигалло будут изображены и упомянуты те же, так сказать, да, качества, которые будут необходимы для любого нормального, доброго правления в городе. И в завершение я хотел бы вкратце сказать о последнем для нас важном фонтане, который маркирует такую вот череду, так сказать, развития фонтанов в итальянском искусстве, в итальянском средневековье. Это же, конечно, Фонте Гая в Сиене. Это сиенская Кампо. И чем важен этот фонтан? Прежде всего, это первый фонтан, который является органической частью созданного одномоментно архитектурного пространства. Если другие фонтаны инкорпорировались в городскую, так сказать, среду, в городскую инфраструктуру постепенно, то эта Кампо создается единовременно, буквально в считанные полстолетия, и фонтан является частью этого Кампо. Несомненно, фонтан является как политическим, так и рекреационным центром этого Кампо. Ну и буквально в двух словах сказать о главной составляющей этого фонтана. Конечно же, в центре фонтана изображен символ Сиены Мадонна дель Вото. Это обетная икона, которая находится в Сиенском доме, в Сиенском городском соборе. И в 15 веке, когда создается убранство этого фонтана, конечно же, так сказать, сходство с иконой 13 века, оно несомненно. По бокам этого фонтана располагаются, вот если мы рассмотрели, да, верхнюю часть, вот Мадонна дель Вото, а по бокам располагаются различные скульптуры, которые как бы прослеживают и маркируют черты доброго правления в Сиене. Это и умеренность, это и вера, это и юстиция, правосудие, и многие-многие другие, так сказать, как бы скульптуры, да, которые маркируют составляющие доброго правления. И, конечно же, не могу не упомянуть о так называемых сиенских волчицах, которые вот, как бы, да, с двух сторон окружают фонтан. Все помним о, так сказать, истории Сиены, о том, что сиенские волчицы, конечно же, являются символом того, что называется сиенская бальцана. Это символ бело-черный, символ Сиены, которая, так сказать, в своем историческом и таком, я бы сказал, символическом проявлении противостоит флорентийскому Марзоку, флорентийскому льву. Завершая свое выступление, ну, как бы, и, так сказать, как бы перекрывая этот визуальный ряд, потому что хотелось много показать, перекрывая этот визуальный ряд некоторыми выводами, что можно сказать? Что до эпохи Ренессанса, то есть до эпохи, ну, скажем так, раннего Ренессанса, да, до 14 века, фонтан в итальянском средневековье проходит две составляющие. Фонтан как элемент церковной архитектуры и фонтан как элемент городской, публичной архитектуры, как элемент первых рекреационных зон в средневековом европейском городе. А
вот этот фонтан Фонте-Гайя – это некая развилка и временная, просто чисто хронологическая, и, так сказать, существенная, сущностная развилка, которая поведет нас двумя путями. Собственно, теми путями, которые пыталось одновременно идти итальянское возрождение. В основе этого пути, в основе этой развилки лежит опыт, пережитый итальянским возрождением, опыт инвентума, опыт некой интеллектуальной игры во всех ее проявлениях, как внешних, так и внутри. И если говорить об опыте инвентума внешнего, то, конечно же, это сама форма фонтана. Если говорить об опыте инвентума внутреннего, то это та геральдическая символика, которая заложена в системе украшения Фонте-Гайя, и которая потом, так сказать, да, будет как бы уравновешивать, я бы так сказал, такие как бы внешние и внутренние проявления фонтана уже в эпоху раннего нового времени, когда фонтан будет балансировать на грани инвентума в области формы и инвентума в области значения. Но это уже фонтаны Рима, прежде всего папской эпохи 15, 16, 17 веков. Этими двумя путями в равной степени пыталась идти культура и восприятие воды и источника в итальянском возрождении. Спасибо. Юрий Владимирович, спасибо большое за прекрасный доклад. Воспользуюсь правом дилетанта, задаю вам вопрос. Смотрите, не думали ли вы, что нужно говорить об арабской традиции фонтана? Потому что все-таки 13 век, 12-13 век, это уже построенная Альгамбра, которая представляет себе дворцово-парковый комплекс с фонтанами невероятно удивительной красоты, которая, естественно, была известна. Кроме того, насколько я помню, арабо-нормандский стиль на Сицилии есть, и, кажется, на юге Италии есть какие-то, да, образцы, то есть действительно, британский стиль проникает достоверно на эту территорию. Но при этом вот в Риме я не вижу арабского. Но предполагаю, как часто в средние века было, что все изобретенное, много изобретенное было узнанным от арабов знанием, да, или опытом. Может быть, и здесь стоит? Ну, несомненно, то есть, конечно же, фонтан далеко не, так сказать, итальянское явление, в общем-то, я бы сказал, что явление, свойственное всем городским культурам Средиземноморья с эпохи античности, то есть фонтаны существовали равно в Константинополе, равно в, так сказать, на Иберийском полуострове, то есть в разных, так сказать, концах средиземноморского римского мира, несомненно. Просто и что касается значения фонтана, не самого явления, так сказать, не некого, так сказать, факта его наличия, а значения фонтана, то, что вы упомянули о фонтанах мавританских, это фонтаны, которые относятся именно к, я бы сказал, дворцовой архитектуре, более нежели к архитектуре городской, собственно говоря. В Италии, чем фонтаны, так сказать, вот, я бы так сказал, важны для всей Европы, именно итальянский опыт, так сказать, искусство фонтана и искусство устройства источника, тем, что, конечно же, коммунальная традиция итальянских городов, прежде всего, северо- и центрально-итальянских городов, конечно же, впервые дала средневековой Европе, не будем сейчас говорить о том, было ли это хорошо забытое старое или, так сказать, новое, но тем не менее факт остается фактом, дала средневековой Европе ощущение воды как, не как сакрального явления, а как явление светского, воды как явление вполне, я бы сказал, тактильно доступного и тактильно, я бы сказал, так сказать, свободно используемого. И, наконец, в этом можно усматривать начало существования
воды и источника, как зоны рекреации, зоны отдыха, так сказать, зоны расслабления. Вот в этом именно заключается, я бы сказал, тот важный опыт итальянской развития итальянской городской среды. Именно итальянская городская среда дала средневековью, вообще всей западноевропейской культуре, ощущение свободы взаимоотношения с водой. Вот это важно подчеркнуть было. Скажите, пожалуйста, не кажется ли вам, что вода в культуре Монтана, о которой вы говорите, она дополнительное распределение с камнем? Я не знаю, говорили, то есть Монтан не существует без камня. Что вообще не обязательно, потому что есть и другие технические возможности фонтана. И у вас камень шел как такой орнаментик, то есть не сам камень, а что на нем изображено. Но вот и остается традиция, это фонтан, деревенский фонтан, просто стела, из которой кран и течет вода. Вот мне бы хотелось узнать, каким образом. Это явно, что семиотически или как-то символически камень связан с водой в фонтане. Камень как субстанция, с водой как субстанция. Да, естественно, то есть, конечно же, мы имеем ряд, прежде всего, римских вилл в ближайшей римской округе и, собственно, в самом Риме, где фонтаны нарочито не имеют вот того самого оформления, о котором я говорю. То есть там камень, так сказать, его, ну, скажем так, вода подчеркивает и нюансирует вот такую дикость, так сказать, камня, его природную, ну что ли, его природную, так сказать, структуру. Вот, но что касается воды как некой, так сказать, субстанции, связанной с камнем, и как раз вопрос о том, да, что нет, что точнее есть фонтаны без камня, да, кажется, так сказать, то я не знаю, мне кажется, что, пожалуй, вода вне камня и камень вне воды – это только ранний средневековье. То есть то, что мы знаем, что, например, ну, вот по тем же, например, сейчас одну секунду, если найду. Ну вот, например… Сейчас прошу прощения, просто вот. Значит, вот например, так сказать, на мой взгляд, пример того, да, как вода существует в каком-то смысле, так сказать, отдельно от камня, а камень только упоминает о присутствии воды, не более того. Это, пожалуй, тот момент, когда вода и камень существуют абсолютно отдельно. То есть, если я правильно понял, так сказать, на что я должен был ответить. Да, не да, несомненно, то есть, конечно же, любой фонтан, как некое архитектурное явление, конечно же, требует каменного оформления. Любой источник, скорее всего, ну, если несколько смущает вот это слово «источник», то я его употребляю именно как некое предшествие фонтану, не источник в смысле природном, да, не в этом смысле, да, не в смысле природного явления, а фонтан как некий элемент инфраструктуры, некий элемент, который несет на себе дальнейшие вот нагрузки, о которых я говорил.
Деревянные фонтаны, ну не фонтаны, а именно, я бы сказал, инфраструктура подвода воды была только в этрусских городах, то есть это уже несколько более ранее, нежели римская эпоха. У нас есть прекрасные деревянные водоводы, существующие, например, во Фьезале, это предместье Флоренции, датированные этрусским временем, 8-7 веками до нашей эры. Продолжая первый и полный вопрос, рассматривая источники воды, в основном такие стелы, несколько с иной стороны, может ли бы это считалось добрым делом напоить жаждущих? Да, разумеется, вот как раз вот эта картинка, она это иллюстрирует, да, то есть, ну, если более уже подробно обращаться вот к этой надписи, да, то из нее мы читаем, что вот данное, так сказать, явление, так сказать, да, данное навершие было сделано из даров, из подношений Богу и святому Марку, было сделано по приказанию пресвитера Иоанна, и он просит всех, которые, так сказать, имеют жажду, всех жаждущих прийти к водам этого источника и, так сказать, пить, что называется, да, без пить, утоляя жажду, так сказать, да, до того, как, так сказать, до состояния, когда жажда будет исчерпана. Но если кто-либо из этой воды захочет сделать прибыль, то вот он будет проклят. То есть, да, несомненно, фонтан, обустройство источника как благого дела имеет место, да, разумеется, но у меня нет материала, мне, во всяком случае, неизвестны те случаи, когда источник позиционируется как благое дело в классическом средневековье, в итальянском классическом средневековье. В итальянском классическом средневековье источник – это вполне определенное дело, вполне определенное деяние, созданное на средства коммуны, и, так сказать, никогда коммуна не говорит о том, что она создает источник для, так сказать, пользования всех, но везде, во всех материалах классического средневековья мы читаем и один и тот же термин – украшение города, абелименто, да, украшение, улучшение инфраструктуры города. То есть как раз в этом и некая разница между классическим и ранним средневековьем. Вода от, так сказать, инструмента утоления жажды, вода от инструмента, в частности, так сказать, да, ну, утоления жажды, понятно, не только физической, но и некой духовной жажды, так сказать, да, жажды, связанной с какими-то, с теми, как с евангельскими контекстами, о которых я в самом начале говорил, вода от этого инструмента переходит к инструменту репрезентации города, репрезентации его политической мощи, и вода приобретает, несомненно, политический, но в то же время свободный от, или, в самом случае, более свободный от предыдущих евангельских нагрузок контекста.